Разговор с Богом может быть очень коротким. Просто случайно пропустишь свой рейс. Будешь браниться, ну какого черта? А в ответ услышишь: так лучше, отступись. Бывает, что случайно сел не на тот автобус. Проехал остановку, на поезд опоздал. Потом вдруг узнаешь, что маме стало плохо. И нужно, чтобы срочно ты рядом был, спасал. Бывает, что забыл свой телефон за стойкой, когда ты в спешке утром свой латте покупал. Вернулся и увидел ее с улыбкой скромной. Твоя судьба, как долго ты этой встречи ждал. Тут все предельно просто. Когда на жизнь в обиде и сетуешь, что снова ты что-то упустил, остановись. Попробуй услышать голос Бога. Он совершенно просто с тобой поговорит.